Если пациент придет к вам и скажет, шелушусь, если был выражен гиперкератоз, и, конечно, вы механическим воздействием спровоцируете вот этот процесс отшелушивания. Вы можете перед процедурой нанести порекс-маск, на очищенную кожу наносится порекс-маск до высыхания, потом смывается. Либо можете использовать ее просто как в программах ухода, либо можете рекомендовать ее как для домашнего ухода, просто для такого очень деликатного растворения верхнего роговевшего слоя. Вот если вы правильно подготовите пациента, что объясните, что это болезненно, неприятно, ну не надо уж катать так до гипертонического криза-то. Нет. Дайте отдохнуть, нанесите сыворотку, если видите, что совсем не в моготу. Делайте с анестезией, но объясните, что реабилитационный период будет дольше, да? То есть, что такое микронидлинг, мы с вами разобрали. Чем делается МТС-роллеры, иголочки из стали определенной веретенообразной формы, впаяны в основание барабана, да? Строго в линейном порядке мы осматриваем роллер перед процедурой. Вот они строго-строго в линейном порядке по отношению друг к другу расположены. И возьмите тот, посмотрите. Что мы запускаем, что происходит в тканях, мы с вами проговорили, да? Цепочка последовательных реакций. Гемостаз, воспаление, пролиферация, перемоделирование вновь образованного коллагена третьего типа, который длится 4-6 недель. Протокол проведения. И договорились, что мы ничего оттуда уже не выбрасываем для того, чтобы мы были абсолютно спокойны, что мы закрываем полностью раневую поверхность, да, без риска присоединения вторичной инфекции мы с вами записали. Курс процедур мы с вами проговорили, да, саму процедуру мы посмотрели, нам осталось просто посмотреть, каким пациент будет от нас уходить после процедуры.